Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сегодня мы находимся в магазине Руя Кундура, в котором продается женская, детская и мужская обувь производства Турции. Обзор отдела женской обуви мы с вами уже сделали. Смотрите в предыдущем видео и по ссылке в описании к этому видео. А сейчас мы с вами идем в отдел мужской обуви и детской обуви, где я вам расскажу и покажу цены, качество, ну и, конечно же, новинки этого сезона. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал. Только у меня все самое интересное и полезное. Магазин Руя Кундура расположен в самом центре Алании на Пятничном рынке. Найти его очень просто. Если вы приезжаете в центр Алании, то вам необходимо доехать до магазина де-факто, около магазина де-факто выходите и прям по прямой попадете в магазин Руя Кундура, если пройдете по вот этой вот парковке, либо здесь в пятницу большой пятничный рынок. Если вы приезжаете из других районов Алании, то вы приезжаете вот на этот небольшой вокзальчик в центре Алании, куда приходят автобусы из Афсалара и даже Манавгаты, ну и других районов, таких как Конаклы, Куджалар и так далее. Ну и, конечно же, из Махмутлара. Поэтому, когда вы приезжаете на этот вокзал, буквально в 10 метрах от автобусов, вы увидите магазин Руя Кундура. Как я уже сказала, в магазине Руя Кундура есть женский, детский и мужские отделы. Если говорить о мужском отделе, то здесь представлен огромный выбор самой разной обуви, начиная от летней обуви, это шлепанцы, сандали, и заканчивая зимней обувью водонепроницаемой, которую можно носить при морозах до 30-40 градусов и так далее. Также обращайте внимание вот на эти вот стенды, которые стоят на улице, потому что на этих стендах стоят последние модели разных сезонов, разных серий, которые вы можете купить с очень-очень хорошими скидками. Если говорить о новом сезоне, то в этом году в магазин пришли новые модели. Это в первую очередь фирма Benetton, которая представлена кроссовками и кедами разных цветов и разных видов. В общем, Хусейн нам сейчас все расскажет и покажет. Это новый сезон марка Грейдер. Удобная тоже очень красивая обувь. Есть разные модели. Очень удобная подошва, очень удобная стелька из нубука. Из нубука новый сезон. Стоит 500 лир. Очень мягкая подошва, мягкая стелька. Это тоже новый сезон, другая модель. Мягкая, удобная. Разные цвета, разная кожа. Есть нубук, есть гладкая кожа. Есть вот такая вот, например, совмещенная кожа, коричневая с синей. И вот такая вот зеленая с коричневым. Очень тоже интересные модели. Марка Грейдер, удобные, разные цвета, светлые, темные, черные. Мависи вар, кахвиси вар. Ну и, конечно же, демисезонные грейдеры, зимние и осенне-весенние. Вот такие вот, например, тоже можно и летом носить белая модель. Яснек, рахат. Удобные, натуральная кожа, удобная подошва, удобная стелька. Biraz daha klasik bir model. Более классическая модель. Удобная ортопедическая подошва. Есть большой выбор ботинок из натуральной кожи, тоже фирмы Грейдер. Например, вот такие вот тоже водонепроницаемые, очень интересные, удобные модели. Вода не проникает, не скользит. Ортопедическая стелька, мягкая подошва. В общем, очень-очень удобная демисезонная или даже зимняя обувь. Лаковая кожа, все это натуральная кожа, есть различные виды. Есть вот с небольшим каблучком, есть прямая подошва, плоская. Вот такая вот модель, например, стоит 290 лир. 290-450 лир. Здесь очень много различных спортивных моделей. То, что касается спортивной обуви, цены начинаются от 100 лир. Вот это очень интересная такая удобная
каучуковая подошва фирма Lumberjack. В этом году есть новая марка появилась, марка Гужа. Чок рад, чок хафиф, чок эснек. Удобные, легкие, мягкие, интересные вот такие вот модели. Yeni tarz, yeni değişik modellerimizden. Кто любит что-то такое вот яркое, интересное. Вот такие стоят, например, 590 лир. Вот такие вот белые с синими вставками. Вот такие вот интересные черные. 645 лир. Вот такие вот новые модели в этом сезоне. Марка. Марка Benetton. Yeni dizaynımız. В этом году поступила в магазин Rue Kundura. Converse tarzı modellerimiz var. Yine Benetton orijinal markalarımızdan. Вот такие Yeni вот сезон. Есть кеды фирмы Benetton. Beige тоже rengi var. Новое поступление есть. Beige rengi. Темные, черные, yeşil. Хаки, белые, siyah, черные. Кто какие Sade любит. Siyah. И вот такие вот интересные черные. Стоят 200 лир. Aynı model. Polo markadan var. Такая же модель от Polo. Тоже вот такие вот высокие Bunlar 170 кеды. Lira. 170 лир, бордовые, lacivert, bordo, синие и beyaz, белые. Beyaz lacivert. Как вы видите, в магазине Rue Kundura огромный выбор мужской, женской и детской обуви. Что касается мужского отдела, здесь спортивная, демисезонная, классическая, от самой простой до нарядной обуви для различных торжественных случаев. Ну и, конечно же, здесь есть кожаные ремни разных видов, от вот таких вот простых, белых, мягких, до ремней из лаковой кожи, классических, также для каких-то торжественных случаев. Стоимость ремней от 120 лир. Поэтому приходите, смотрите, меряйте. Я уверена, что вы найдете то, что вы ищете. Мы для Айхана выбрали 4 пары, которые хотим вам показать. И первая пара – это вот такие вот светлые белые кроссовочки для лета. Также выбрали более классические, более вот такие вот повседневные и вот такие вот ботинки на зиму, которые не промокат. Сейчас Айхан их тоже померит. Еще вот такая вот модель. Эту модель Айхан носит постоянно, каждый год меняет. Были у него и серые, и в этот раз он выбрал вот такую вот синюю модель. Очень удобная, красивая. Также есть вот такая вот модель. Это зимний водонепроницаемый. Есть низкая модель и высокая. Айхан такие носит тоже каждую зиму. Очень удобные. В мороз до минус 25 градусов. Просто идеальная обувь. И еще одна вот такая вот классическая модель. Темно-коричневые. Очень-очень симпатичные. Напишите в комментариях, какая пара вам понравилась больше всего. Марка Freefoot, вот такие вот мокасины, натуральная кожа, замша, удобная подошва, очень удобные. Есть такие же синие, бордовые, синие со вставками яркими на подошве. Уже классическая модель, вот такая вот тоже. Синие, светло-коричневые, зеленые, очень удобные. Ортопедические. Новая марка в этом году, марка Scooter, тоже новое поступление. Ортопедические, очень удобные. Бажиксы вар, бажиксызы вар. Есть со шнурками, есть без шнурков. 400 лир. Марка Luciano Bellini. Тоже удобные, кожаные. Мягкие кожа, юмчак. Мягкие. Деликли. Чтобы нога тоже дышала вот с такими вот дырочками. Uh-huh. Разные цвета. Синий, визу, светло-коричневый визу. И черный. Цена на модели от 150 лир на кожу и выше. Марка Lumberjack, водонепроницаемый, очень хорошая марка, можно носить даже зимой. Есть высокие, низкие, комфортные, разные цвета, очень тоже легкая модель. Aynı modellerin botları da var. Вот более высокая модель,
которую, как я уже говорила, можно носить даже зимой при очень низких температурах. Цена 400-450 лир на разные модели. Более классическая обувь, вот такого вот, более матовая. Бордо, лаживерт, сиях, табаренклеры мы знаем. Разные цвета. Цена на классическую обувь от 150 до 450 лир. Вот это, например, 400 лир. Коричневые, черные, два цвета, классические модели. Вот такие вот классические модели. Черные и темно-коричневые. 450 лир, два цвета. Грейдер марка. Марка Грейдер, вот такая вот черная классическая модель. Более спортивные модели тоже широко здесь представлены. Цены до 490 лир вот этих вот классических моделей. Много моделей спортивных. Yeni marka, bu senenin gelmiş olan bir marka. Voyager marka. Voyager. Voyager marka. Voyager тоже в этом сезоне новая представлена. Натуральная кожа. Tarz modellerimiz. Интересные модели для модников, скажем так, с интересной вот такой вот обработкой кожи. Bunlar 350 lira, 370 lira. 350-370 лир цены на эти модели. Более светлые модели. И вот такие вот Beyaz, модели. Таба ve siyah renkleri mevcut. Из натуральной кожи разные цвета, коричневая, черная и белая. Bu senenin en gözde modelleri. В этом году самые популярные модели это вот эти. Лаживерт, таба, сиях, беяз ренклери вар. Марка Либера, новые модели, черная, синяя. Также из нубука, синие, черные и светло-коричневые. Очень много разных цветов. Спортивные модели. Синие, темно-синие. Коричневые и черные, вот это вот трендовые модели этого сезона. Интересные модели тоже темно-синие и светло-коричневые. Очень удобная подошва, мягкая, натуральная кожа, очень качественная обувь. В новом сезоне есть модели больших размеров. 46-47 номералары кадар мевджут. До 48 размера различные модели, как классические, так и более спортивные. Тоже разных цветов, разная кожа с разной обработкой. Спор модельлеримиз гелди. Yeni sezon olarak. И спортивные модели, например. Lumberjack. Lumberjack марка. Вот такая модель, марка Lumberjack. Memory foam. Стелька, запоминающая вашу ступню. И очень-очень мягкие. Jump marka, şöyle bir modelimiz var. Марка Jump тоже большие размеры. 46-47 до 48 размера. Ve spor olarak Hammerjack yeni gelen modellerimizden. Bu da yeni sezon ürünü. Новый сезон Hammerjack. Etrafı orijinal deri. Оригинальная замша. Марка Jump тоже вот такая интересная модель большого размера. Bu model su geçirmez modeli değil ama bunun bir de su geçirmez olanı var. Также есть модели. İki model var. Вода Birisi su geçirmez. Непроницаемая. Вот это водонепроницаемая модель. Это обычная. Вот такая вот модель до 47 размера. Цены на большие размеры от 350 лир и выше в зависимости от модели, качества и так далее. Большой выбор. Как классическое, так и спортивное. И есть модели, которые уже к ближе сезону тоже поступят в этот магазин. Как вы видите, в мужском отделе магазина Rua Kundura огромный выбор спортивной мужской и женской обуви. И я уже вижу кроссовки, которые я покупала, наверное, года 3 назад точно. Это кроссовки марки Polo. И, друзья, как всегда, я вам советую только самое лучшее, что проверено на себе. Вот эти вот кроссовки я ношу уже, ну, наверное, около 3 лет. И никаких проблем, несмотря на то, что это прекраснейшая белая кожа, вообще нет. Очень удобные, мягкие, классные повседневные кроссовки ношу в основном в межсезонье или летом. Конечно же, здесь появились
вот такие вот кроссовочки фирмы Polo. Это тоже постоянно в ассортименте этого магазина. Очень люблю вот такую вот модель. Ну, прям мои фавориты. Я, как вы понимаете, фанат белой обуви. Вот эти вот кроссовочки, да, марка Polo. Очень удобные, классные. Тоже у меня такие есть, но чисто белые. Вот эта вот модель, несмотря на вот такую вот массивную подошву, это тоже очень потрясающе. Посмотрите, мемори, запоминающая вашу ступню стелька. Эта фирма Benetton стоит такие 420 лир. Тоже вот эта вот очень модная модель. Чуть помощнее той, которую я вам показывала. Поэтому выбор огромный. Приходите, меряйте, смотрите, выбирайте. И я уверена, что в этой обуви вы будете себя чувствовать очень комфортно. Марка Lumberjack. Очень много разных цветов. И белые классического плана, и черные. И черные, и составные такие модели разных цветов. Вот, например, вот такая вот тоже. Yine Lumberjack'in. Taban, memory foam taban. Женские модели, цены на женские модели. 289 lira. Bunların fiyatları. Начинаются от 100 лир. Вот эта вот модель, например, стоит 290 лир. Şunun etiket fiyatı. Вот такая вот модель 419 стоит 420 лир. То есть тоже зависит от марки и модели. 350 lira. 350 лир. Вот такая вот модель. В этом сезоне также пришли новые модели. Это кеды. Benetton оригинал марка. Yumşak. Оригинальные бенетоны. Очень мягкие. Кто любит вот такие вот кеды? Siyahı var, beyazı var, grisi var, bordosu var. Разных цветов и также вот с такой вот интересной разноцветной подошвой. Цена от... Polo'lar var, 160 lira. 200 лир на бенетон, а вот на такие Polo модели. Marka. Polo 160 лир. Очень легкая вот такая вот модель. Normal etiket fiyatı var. 200. Lumberjack marka. Ортопедик таба. 80 лир, Lumberjack. Тоже ортопедическая, мягкая. Polo моделимиз вар. Модель yeşil. Фирмы Polo. Вот с такими вот интересными вставками. Şöyle bir моделимиз daha var. Bunlar yeni сезон ürünlerimiz. Вот это вот новый сезон. Очень Hem интересная destek. Модель. Мягкая, тоже очень-очень удобная. Кто любит что-то более классическое, кто что-то любит более спортивное. Есть 230 лир, нормал этикет фиат вар. 230 лир. Şunun 260 lira fiyatı var. 260 лир. Вот это Lescon вот marka. Модель. Марка Lescon. Марка Hammerjack. Кожа. Renkleri, разные mavisi. Цвета. Новая модель Lumberjack. Мависи вар. Сияхы вар. Черные, светло-голубые, светло-коричневые. И вот такие вот белые. Yeni gelen ürünlerimizden. Модель Lumberjack, тоже вот такая вот новая модель в этом сезоне. Bunun fiyatı стоит такая модель 360 lira. 360 lira. Lumberjack en iyi markalarımızdan. Lumberjack это очень хорошая марка женской спортивной обуви, поэтому обратите на нее внимание. Kinetics'in ürünü. Марка Kinetics. Şöyle göstereyim. Hemen hemen aynı modeller. Bunun Похожие tabanıyla, modeli. Bunun tabanı benziyor. Aynı değil. Kinetics, Lumberjack. Марка Lumberjack и марка Kinetics похожие модели. 200 lira Kinetics'in fiyatı var. Kinetics 200 lir. Lumberjack 350 lira. Lumberjack 350 lir. Yani fiyatları farklı bulmak isteyenler. Daha uygunları da var. Daha iyileri de var. Если вы хотите karşılaştırmak isterlerse. Что-то подешевле, есть подешевле. Если вы хотите что-то подороже, есть подороже. Bu birçok ürünümüz için geçerli. Это касается очень многих моделей спортивной обуви. В детском отделе представлен также огромный выбор обуви для детей от самого маленького возраста до подростков. Для подростков представлены и спортивные, например, вот такие вот бутсы. Есть различная демисезонная обувь. Для девочек представлены вот такие вот красивые туфельки от очень маленьких размеров до подростковых размеров. Если вы хотите найти качественную обувь для своих детей, например, вот такие вот очень красивые водонепроницаемые, 270 лир, например, стоят вот такие вот кроссовочки. Очень большой выбор, как для очень маленьких деток. Посмотрите, вот такие вот новые модели фирмы Benetton.
очень мягкие, ортопедические. Просто шикарные модели с поддержкой для стопы, чтобы не формировалось плоскостопие. Ну и, конечно же, для более взрослых детей есть вот такие вот разные кроссовки. Очень легкие, удобные. Разные цвета, разные модели. Розовые для девочек. Синие вот такие вот для мальчиков. Все это производство Турции. Все это, например, вот эта вот фирма Jump. Все это производство Турции. И такие, например, стоят 113 лир. Вот такие вот кроссовки. Производство Турции. Все сделано здесь. Все, все качественное. Поэтому покупайте для своих детей качественную, красивую обувь. Например, фирма, тоже фирма Kinetix. Такие стоят также 113 лир. На разные случаи жизни, от спортивных для занятий спортом до вот таких вот, например, очень нарядных и классических. Такая модель, например, стоит 120 лир. Поэтому приходите, смотрите, радуйте себя и своих детей вот такой вот красивой обуви. Вот, например, более такие демисезонные варианты. Стоят такие ботинки 100-150 лир. Ну и, конечно же, для более взрослых ребят вот такие вот фирмы Grader. Стоят такие 290 лир. И, как я уже говорила, водонепроницаемые фирмы Kinetix. Очень комфортные, удобные для всех случаев жизни. Выбор огромный, поэтому приходите, смотрите, меряйте. Ну и носите, конечно же, красивую, качественную обувь и покупайте ее своим детям. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Не забывайте о том, что качественная, удобная обувь очень важна для здоровья. Поэтому, приезжая в Аланию или живя здесь в Алании, или находясь в Алании, приходите в магазин Rua Kundura. Здесь вы найдете качественную, а самое главное, полезную для здоровья обувь для мужчин, женщин и детей. Все контакты этого магазина в описании к этому видео. Также мои контакты, мой WhatsApp, также социальные сети. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь, всегда будем рады на них ответить. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Алания, магазин Rua Kundura. Турция ждет вас. Приезжайте, всем всего хорошего и добро пожаловать!